Вы вообще охренели, похотливые карлики? Кто трахнул Кабаеву? Мало того, что из-за вас я толком не знаю, сколько у меня детей по стране, так вы еще и планку качества задираете? Кто это делает? Шеф, а с чего вы решили, что кто-то из нас мог с ней переспать? А потому что я точно не мог. Последнее, что я взял со страстью, это Крым наш 9 лет назад. После этого все, что у меня подымалось, это давление от санкций. Она по утрам счастливая ходит. А может быть, она тайно завела себе любовника? Ей моя охрана эротические сны запрещает видеть. Последний раз спрашиваю, кто делал произвольную программу с гимнасткой? Кто пихал мячи в хула-хуп? Владимир Владимирович, хочу вас заверить, что это точно не я. Дело в том, что я гей. Путин гей? Хорошо. Про меня сейчас в мире и не такое говорят. Вот сука, это была моя отмазка. А может, это ты? Я? Да вы что? Она вообще не в моем вкусе. Меня такие не возбуждают. Вот Людмила, ваша первая, это да, это огонь женщина. Да, кстати, а вы не против, если я с ней, ну... Заткнись! На меня даже не думайте. Я в этом вообще не нуждаюсь. Мне так рука трясется, что никакая баба не нужна. Ладно. Не хотите говорить? Будете кричать. Сейчас фраза «их там нет» заиграет новыми красками. Поверили, да? Я вас разыграл. Это она из-за меня такая радостная ходит. Да, просто она на мосте как стала, а мосты — это моя слабость. У меня уровень ВВП как поднялся, я все утро инспектировал этот мост. А потом знаете, что я сказал? Я, по большому счету, еще ничего не начинал. Ладно, давайте. Старички. Скажем главному, что мы его во всем подменяем пару раз в неделю. Не надо. Он только-только после штурма Вагнера непроизвольно обделаться перестал. Не будем травмировать.